Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня поиграем за Фламинго Мило, надо ему тоже апать рейтинг. Попробуем с командных боев начать. Ну, я попробую. Я 100% не уверен, что мы вообще что-то сможем, но надо это попробовать. Не беру ему укол адреналина, надеюсь, будет канистра гелия полезнее. Вот так вот, отправляемся. В боец. Надеюсь... Сегодня у нас будут прекрасные командные бои. Они такие, как на акуле, были веселые очень. Ай, ну пойдемте, пойдемте. Ладно, он тут близко. Угадайте, кто меня сейчас заберет. Ну ладно, в принципе, не важно. Там Лиска может забрать себе. Я не буду так прям против всего этого. Видите, им пофиг, они неадекватны. Первый уровень бака у меня хотел забрать копье. Понимаете, да? Больной. Ну вот просто больной. Ну серьезно. Ну как мне не назвать этого человека? Тем более с таким ником. Хотя может этот ник что-то означает просто на другом языке. Скорее всего таки есть. О, типичный Никс. Брюс, который меня... Понимаете? Забрал такой, все. Я обиделся. О! И короче стоит теперь на одном месте. Наверное, скорее всего так и есть, потому что это же Брюс, это же командные игроки мои прекрасные. Ну да ладно, на Фламинго есть шанс соло вытащить, в принципе, если просто долго бахать. Они, по идее, должны все умереть. Ну это по идее. А там как пойдет. Никс у нас еще 10-й, в принципе, норм. О, Брюс что-то очнулся, а что ты очнулся? Иди умри! Я, кстати, его резать не буду, если он умрет, то пусть умрет. Как-то противники от нас убегают, мне немножко это не нравится, я как бы побахать даже никого не могу. Там бобер вроде 12-го, нет, или Брюс 12 уровня. Короче, там какие-то жесткие ребята из 12 уровня. Абузеры, скорее всего. Брюс, конечно, ворвался красиво, не спорю. Я им перекрыл путь к красавцам. Немножко не получилось мне попасть в гранаты, когда надо. А, Брюс, кстати, да, остался. Ну, я его резать не буду. В этом нет смысла. Проще побахать вот так вот красиво и по этим челикам, которые будут пытаться забрать аптечку. Ну как, получается забрать аптечку? Нравится, да, бобрешь? Бобрешь, нравится? Нравится. Аптечку собирать нравится. Бака резим, конечно. Че нам его не резать, да? Бак у нас первого уровня, хотя можно было, в принципе, его... Про него и забыть, но он хоть что-то делает, бегает. Хотя бы делает вид, отвлекает момент, как бы. Это тоже, как бы, геймплей, в отличие от Брюса. Брюса мы бросили, потому что ибо нефиг стоять в кустах. И отбирать у Фламинго Мило 12 уровня артефакты легендарные. Ну, осуждаю такое действие, как бы, максимально. Ля, какой дерзкий, ля, какой дерзкий. 6 уровень залетел там. Вася сейчас развалю, да, и что-то не развалил, да. Совпадение не думаю. Смотрите, баг залетает, спокойно разваливать. Да, типа. Такой на уверочке залетел. Тут Вася это самое. Они слишком динамичными, не получается их развалить. В этом проблема небольшая. Небольшая проблемка именно в этом. Да. Не получилось. Ну, вот так вот, ребят. Вот так вот. Задинамичил акул. Ну, в принципе, там у них хамелеон 11, акул был 11, бобер был 11. А наш Никс не пойми где умер. От Лизи толку особо не было. Ну, как бы вот. Был бы здесь какой-нибудь Никс, ну, наш Никс, да, с стальными гранатами, если бы он их закидывал, то, наверное, мы бы еще победили, но... С тем, что было, это было нереально. Поэтому отправляемся в соло-бои. Как бы вы сами все видели, командные бои нет смысла играть, потому что команды слишком неадекватные. Берем... Прекрасную сборочку. Мне вот это немножко бесит в последнее время, не могу поменять сборку. Итак, что нам нужно? Канистра гелия есть. Ее бы заменить, на самом деле, на косточку. Это будет, я думаю, максимально профитно. И отправляется в боец. Потому что легкие бои, там бои, где есть время похилиться, постоять. Именно в это, по этой причине мы сейчас не будем все делать. Ботик, вы же мне важнее, чем
Легендарный, конечно. Главное, чтобы этот от меня не убежал далеко. Давай, иди за мной, мой хороший. Давай, давай, давай. Молодец. Как будто не то, что люди. Идут. От гранаты иногда уворачивают, иногда не уворачивают. Так, давай, умри, умри, умри. Ну, отлично. Вот, вот, вот это приятно всегда. Лучшие друзья в этой игре. Правда, они иногда убивают тебя, но это уже другой разговор. Пойдем искать легендарного бота, хотя у меня лука нету. А вот лук. Это я хорошо иду. Закинем под лук сразу гранатку, потому что там вижу кто-то. Ты смотри какой бачок, а? Какой дерзкий, ты куда, Бак? Ты же так, такой дерзкий был. Бак, ты же был такой дерзкий, ну. Куда ты бежишь, друг? Куда ты бежишь? Блин, ну ты был такой дерзкий. Генри еще выбил легендарный дробовик. Вот из этого Бака я потерял легендарного бота. Мы, конечно... Вот видите, понимаете, Генри был буквально в двух шагах от меня. То есть, легендарный бот был в двух шагах от меня. Понимаете, как обидно мне сейчас? Мне сейчас очень обидно. Ты смотри, какой воротливый, а? Бежит, понимаешь ли, от меня. Ну, мы тебя догоним. Мы тебя догоним, Генри, не переживай. На тебе маслину. И на вторую. Ля, ты какой воротливый. Ничего, догоню, догоню. Блин, ну... Ну, чё ты лезешь? Че, Генри здесь дерзкий, посмотрите. Роль, ты чё? Ну, вот посмотрите на этого... Ну, посмотрите на этого игрока. Ну, как можно таким... О, боже мой. Ну, вот как можно таким быть? Как? Бешеные, просто бешеные. Вот, это типичная, знаете, команда в командных боях. Только она в соло бои что-то зашла, и вся умерла, да, от меня. Ай, типичные командные игроки, сразу видно. На низком уровне. Ну да ладно, в принципе, сейчас да, бомбетим, там он легендарный бот есть. Наверное, пойдем сразу на него. Хотя я тут уже не успею. Тут хотя бы лут взять какой-нибудь. Я, наверное, вот эти два лута брать не буду. Надеюсь, это будет не ошибкой. Ну, хотя бы, ну, по дороге просто найду, наверное. Потому что до легендарного бота как бы идти надо. А то опять какой-то Генри заберет, и будут у меня проблемы. Ой. Один плюс то, что можно на воде сейчас спокойно подраться с ботом. И мне никто ничего не сделает в этом плане. Отлично, выпадает лук. Можно побахать пока в Никса. О, да. Вот это приятно. Конечно, было бы очень приятно, если бы выпала легендарная граната. Потому что она как бы профита мне больше дает. Интересно, Ник забайтится? Жираф забайтился. Обойдешься. Ля, какой слон. Был слон и нет слона. Ну, печаль, беда, слончик, да. Бывает и такое. Не расстраивайся. Ты ж можешь водичку пить, отъелишься как-нибудь. Надо бы слона на жирафа натравить. Но это надо... Если... Главное, чтобы жираф оттуда не убежал, да? Но, скорее всего, он оттуда не убежит, так как раз слон пошел куда-то туда. Опа, жирафчик, а ты что тут делаешь? А что тут забыл, а? Нет, тут еще акул какой-то бегает. Не нравится мне это. Слишком много их. Ну, смотрите на этого гения. Вы видели, а? Ну, вы видели этого гения на Джейд? Сандали святого, подбежал, кинул гранатку, отхватил леща и убежал. Вот они, гении. Гении из зубы. Интересно, гений зубы, ты еще тут сидишь? Или уже убежал куда-то? Как мне метко с кусты получается стрелять? Убежал. Музей, наверное, побежал, да? Пока что не видно, куда он убежал. Ну ладно, не суть. Мне сейчас главное где-то вот тут в центре под музеем находиться. Бахать красиво. С жирафом, конечно, проблема будет драться. Он все-таки достаточно дальний. В него нужно что-то хорошенько так закинуть, чтобы он отлетел. Я думаю, сейчас слоном здесь должен драться. Надо бы их шугануть, наверное, если они тут где-то стоят. Чтобы они начали драться между собой. Ну что-то они не хотят вообще прям вылазить. О, жираф вроде бы сверху спалился. Игра у меня начала лагать, офигеть. Да, жираф где-то здесь.
Зираф очень глупенький. Ну, конечно, Никс. Конечно, буду вдвоем мне душить. Как же по-другому, да? Ладно. Никс игнорит просто жирафа, вы это заметили уже, да? Жираф, а ты чё это? А ты чё, умер? Неожиданно, неожиданно. Ой, как вы все умерли неожиданно вообще. Как умерли неожиданно, да. Неожиданно. Ну, типичные эти противники. Как говорится, чё. Стоят, потом бац, вылезли, все умерли. Ну ладно, ребятки, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Я уже там добью потом 1100 рейтингов, в принципе. А это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.